Всем привет, друзья! Сегодня расскажу и покажу самый простой способ, как увеличить громкость звука на вашем телефоне, смартфоне или планшете, выполнив всего несколько несложных действий. Данное увеличение громкости касается не только каких-то определенных разделов в телефоне. Ваша громкость увеличится полностью на всех программах, как в стандартных приложениях, так и в скачанных. А также звук увеличится на всех онлайн-проигрывателях. Имеется в виду, если вы слушаете музыку через социальные сети, ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или просто смотрите клипы в YouTube. Также это будет очень актуально для тех, кто пользуется беспроводными наушниками. Зачастую в большинстве моделей такого типа идет очень большой недостаток громкости звука. Когда, к примеру, хочешь послушать какую-то любимую композицию погромче, а наушники играют тихо. Сам пользуюсь беспроводными наушниками и перепроверил, можно увеличить громкость так, что вы даже не сможете слушать такую громкую музыку. Кто еще не подписался на канал, обязательно подпишитесь. Заранее благодарен. Итак, начнем. Для начала мы зайдем в наш Play Market. И наберем в поиске «Увеличить громкость». Вам выдаст очень много разных программ. Я из них перепробовал много вариантов и нашел единственно адекватно работающую программу. И самое главное, бесплатную. Ее может скачать без проблем любой пользователь, у кого стоит операционная система Android. В поиске она отображается как усилитель звука. Усилитель звука и имеет вот такой значок. Она у меня уже скачанная. Открываем ее. И видим вот таких два регулятора. Один отвечает за увеличение именно громкости звука, а второй добавляет объемный эффект звука. Наподобие, как в некоторых акустических системах, присутствует 3D-звук. Вот этот эффект очень похожий. То есть все максимально удобно и просто. Если покрутить эти регуляторы, то также можно увидеть, что здесь отображается цвет, насколько мощно будет работать усилитель. Я, к примеру, выставляю себе вот такие значения. При такой настройке вы получите увеличение громкости на 30%. И будет максимально чистый звук и адекватный эффект объема. Но вы можете поэкспериментировать у себя, потому что все зависит от качества ваших динамиков на вашем телефоне или ваших наушников. У каждого они будут разные. Если у вас не бюджетные наушники, то можно увеличить громкость и на 200%, и будет чистый звук. Также данная программа имеет встроенный плеер. И если у вас есть музыка на телефоне, то можно прослушать, как она будет звучать, не выходя из приложения. У меня возможности протестировать и показать, насколько изменится громкость, к сожалению, нету, потому что YouTube сразу заблокирует данное видео из-за авторских прав. Но я лично протестировал, эта программа реально рабочая и увеличивает громкость на высокий уровень. И также она бесплатная. Единственный минус в этом приложении – то, что иногда выскакивает реклама. Но если вы замечали, то сейчас реклама есть и практически на всех программах в Play Market. Напишите в комментариях, насколько вам помогла данная программа, какие вы настройки использовали для чистого звука, и, возможно, вы знаете еще способы увеличения громкости. Будет интересно почитать. Не забываем подписываться на канал и следить за новыми выпусками. Всем пока!